Всем привет! Сегодня будем выводить восковое пятно с джинс. Для начала я ножиком аккуратно соскоблю верхнюю часть, которая не впиталась в ткань. Джинсы черные, надо работать аккуратно, потому что можно повредить ткань. И это место останется светлым. Все. Основную часть воска я сняла. Теперь берем салфетку и горячий утюг. Кладу салфетку на пятно и горячим утюгом вожу по этому месту. Вот у нас проявляется жирное пятно. Это говорит о том, что наш воск впитывается в салфетку. Если убрать утюг, пятна практически не видно. Но это не значит, что оно ушло. Надо еще, вот видите, сколько жира впиталось. Надо еще раз пройтись по этому месту. Горячим утюгом. Все. Больше не выходит ничего. Но если присмотреться, остался ореол жирный. Теперь нам надо просто вывернуть джинсы, так как они черные. Выворачиваем их наизнанку и кладем в стиральную машину. После стирки уйдет даже это пятно. Все. Брюки я постирала, даже следа не осталось от воска. Также можно удалять пятна с туфлей, с кроссовок, замши хорошо удаляется. Попробуйте. Еще одно у меня пятно на джинсах. Кладу салфеточку и наглаживаю. Пятна нет. И здесь был. И ушло. Остался орел, только маленький. Теперь, если его постирать, то и этот орел пройдет. Но на серых брюках практически не видно. Салфетка и горячий утюг удаляют любые восковые пятна.